Третья серия части «Симбочка за рожом». Слушай, Мурс, да я очень голодна. Не подходи ко мне, дура! Ну прости, но ты так вкусно пахнешь. А еще ты очень съел. Автор. Тигра не удержалась и откусывала Мурзы по частям. Мурзы больше не смогла дышать, потому что тигра съела ей легкие. Еда! Тем временем Симба. Я надеюсь, что я все сделал правильно. Хотя вдруг его съедят. Но у него есть антидот. Думаю, переживать незачем.